Почти на 50% выросло число публично рассмотренных проектов в столице. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. В 2019 году москвичи рассмотрели на 47% больше градостроительных проектов в ходе публичных слушаний, чем в 2018, сообщает пресс-служба стройкомплекса столицы. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, можно отметить положительную динамику совместного с жителями рассмотрения градостроительных проектов. Москомархитектура также проделала значительный объем работы по подготовке проектов и градостроительной документации к публичным слушаниям. Отмечается, что такие встречи помогают детально проработать проекты, а жители могут оставить свой отклик и предложить изменения. Юлиана Княжевская уточнила, что в прошлом году порядка 2-3 публичных обсуждений проходило ежедневно. Процедура слушания может занять до нескольких недель. Затем принимаются замечания и предложения по проектам. Напомним, что 1 августа 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации, в нее включено 5173 дома. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!